Второй день фестиваля школьных учителей стал не менее насыщенным, чем первый. Приглашенные модераторы провели более 50 мастер-классов, на которых обсудили принципы цифрового обучения и работу учителей на современных уроках. Мне очень понравилось абсолютно все, от организации до модераторов. Мастер-классы просто были потрясающими. Лейтмотив фестиваля – цифровизация образования. Учителям со всего мира не только дали возможность обсудить, каким будет образование в будущем, но и показали студию цифрового образования. Восхищена открытием форума, потому что я реально увидела те принципы цифрового обучения, преимущества цифровой техники, которые возможны вот на таких мероприятиях. И на уроке она, возможно, тоже. То есть это была мультимедийность, пожалуйста, налицо. Это была мобильность налицо. День закончился научным праздником. Ночь науки в Елабуге показала 14 образовательных площадок, в которых смогли принять участие не только приглашенные гости, но и все желающие города. Олег Ашин, Альсина Тимерова, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз.